Мои дорогие, привет! Мерабалар такипчилары, my dear, hi! В общем, песчаночка наша, красавица. Хочу ее вот прям в эту водичку, у меня там оставалось немножко, ну там совсем маленечко. Вот налила туда водичку и хочу добавить наши вкусные сахарные, да, так уже скажем, кусочки. Вас не вижу. Вы меня, наверное, видите. Вот. Ой, запах, боже мой. Сейчас прям свалюсь. Взяла металлическую ложку, потому что с деревянной неудобно брать. Ну, вот. Водички, конечно, налила Маша, не пожалела. Это у нас будет суп. Суп, да, вкусный такой, я думаю. Чилоры, кокосу, окадарки, сельки. Чок севером, о кокосаны, бадана, в ислак, асфальт, кокосу. Вообще просто объедение. Так, красоту нашу. Вообще просто супер. Сейчас вам покажу. Запах 10 раз насыщеннее, чем обычно. Просто, знаете, столько воды. Сварила целые сумкруды.
Вкусно. Это мои книжки. Тоже. Видно. Читаю на турецкие. Вот. Запах и вкус. Ну, было чересчур насыщенно. Прям вот чересчур. Я такое еще как-то не пробовала. В 10-20 раз увеличился. А здесь потому что были остатки какие-то Туркестана. Светлого. Также я налила водичку. И сверху насыпала песчаночку нашу любимую. Ну, это просто была бомба. Я в шоке. Вот. Но, Максим, это по вашей просьбе. Твердые кусочки, чтобы там не были, как попросили. Но, наверное, было все-таки пару твердых кусочков. Это же странно, что они не такие были мягкие, как остальные кусочки. Структура, видимо, такая попалась. Вот. А так было вкусно. Вкусно. Супчик. Уже обед. И этот суп как раз был в обед. Во время обеда, да? Такип чаларам, тешекюр эдерем. Севиорм опюру. Тады чу гюзалды и нан алмаз. Удыжа. Спасибо, мои дорогие. Thank you, my dear. Встретимся в следующем видео.